Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game. И у нас, наверное, будет 6, ну минимум 4 боя, короче, впереди. Первый бой, это у нас Пирораптор, Велоцираптор и Ихтиостега. Ихтиостега у нас легендарная максимальная, супер редкий Велоцираптор с максимальной и редкий Пирораптор тоже максимальный. Я против них взял троих травоядных, у них удар будет намного слабее. А Ихтиостега будет вообще, короче, такая же. То есть бой получится довольно интересный. Атаковать Терезинкой, конечно, это не выход. Терезинка у нас чисто для поднакопить баллы. Так, а вот этого парня можно, в принципе, атаковать на самом деле. Но стоит ли, не стоит, конечно, лучше бы... Вот очень странно себе повел противник. Почему он подменился? Ну, то есть это как бы, ну, с точки зрения правильного игрока правильно, но не с точки зрения штукового компьютера так поступать. Очень странно. Ну, в принципе, с раптором разобраться будет несложно. Ну, он типа посчитал, что Ихтиостега сильнее, чем Велоцираптор. Ну, я бы не сказал, что она там супер посильнее получилась. Так. Вообще-то, если бы я поставил сейчас в защиту, то выжил бы на следующий ход. Но нет, не пробил Раптора. Раптор держится за свою житушку. Так, ну, решил протаковать полностью. Ну, это все, это поражение. Вот этого более чем достаточно нам для победы. Такие глаза. У него как будто бы лицо кипятком ошпарено. Ну все, в принципе, хана ему. Он два удара не выдержит, а у нас три есть сверху. Дальше у нас есть еще, ребятки, бои с усилениями. Так, нас еще ждут вот эти вот бои. Посмотрим, если там будут все цератозавры, все три боя, то мы будем, то один бой сделаем. Если же нет, то сделаем, может быть, все бои. Так, это вот тут вот так вот уже, да, без ограничений, в махоньких ужастиках уже вот такое вот нам тут предлагают. Нам вот такое предлагают, так. Кем будем с ними бодаться? Легендарные 40-го левела, да? Так, я вот думаю, кого брать? Взять травоядных? Или кого другого взять? Так, что на это скажете? Ну, в принципе, в порому. Равный бой, кстати, бой должен получиться. У нас один травоядный на один травоядный. У него хищник сильный против моего травоядного, а у меня травоядный сильный против его... Птерозаврика. Так, равный бой. Он, конечно же, решил подмениться, но вот его мне пробить будет очень тяжело. Так, а у кого у меня тут самый сильный удар из моих-то? У Кентрича, ну, в принципе, тогда все отлично. Паразавра я солью, а кентрозавром как раз буду пробивать Димитродона. Но будем атаковать. Сейчас в защиту ничего не будем ставить, все максимум в атаку, чтобы было легче пробить Димитродона. Прикольно. Еще бы один удар и ему хана. 7-7-7. На все 7. Ха! Да. Бой резко упростился.
Ой, чё-то я так разогнался. Атаковать прям. Ну тут, по идее, один кентрозавр всех порешать должен. Диморфодон нам уже не страшен. А этот решил не атаковать. Смотрите, раз, два. И раз, два, три. Четыре, вот так вот. Я думаю, наш диметродон не сможет пробить. Значит, за 4 удара. А 4, 3200 с бонусом. Хотя, кто его знает, может сейчас и пробьет. А ну-ка. Блин, нет, решился всего лишь на копейки. Наверное, не хватало все-таки. Ну, там было где-то рядом. Ну, вот так. Двумя затащили. Идем дальше. Так, а противники-то у нас подросли, смотрите как. Так, ну что, давайте будем травоядными тогда разбирать их. Травоядными. Вот этими тремя получится. Плюс-минус должно получиться. Так. Так, так, так. Бьет больно, 818. Но защищается, это хорошо, это нам на руку. Давай за уроподище, брантозаврище. Принеси нам победу. Смотрите, как боится. Вот так вот. И пол жизни нет. Ха-ха-ха. На все 7. Это вообще отлично. Если мы выманили у противника все его очки, значит это супер. Стиги. Два удара и хана. Мы два удара должны выдерживать. Они ж примерно одинаковые. Что спинораптор, что карнораптор. 890, блин, ну тут... А, тут, кстати, я два удара вообще выдержу или нет? 1800 плюс бонус, наверное, нет. Наверное, я бы не выдержал, мне кажется. 4, раз, два, три. Ну, чтоб точно победить. Так, ну а теперь равный бой с крутозавром. Все, что мы тут старались, сейчас нас бьют на 4. Ну, а я за 3 пробью, наверное. Да. У него 2 балла там осталось, по-моему, если я не ошибся. Надеюсь, я не ошибся. А, он вообще ничего не поставил. И получаем наш приз. Птеранодон! Так, идем дальше. У нас есть битвы с усилениями, ребятки. Так, мы тут немножко усилений с вами каких-то заработали, да, но каких я даже не помню. По-моему, мы вот тут воевали. Чарли, да? Так, кем будем их пробивать? Что, продолжим нашу традицию? Травоядными? Они бьют, кстати, не так больно. Это приятно. А у нас... Кто у нас есть из вот этих вот ребят? Вот, три жука. Три жука вообще смогут это сделать? Не факт. У нас жизни не больше, а удар вдвое меньше. Посмотрим. Посмотрим, как эти головастики будут себя вести.
Так, 700. То есть я три удара уже не выдерживаю. Давай, атакуй, вообще будет идеально. Молодец. Молодец. Так, я этого сейчас, по идее, должен пробивать. Чё, давайте возьмем защиту. А ну-ка, раз, два, три, четыре. А, за 4 я его даже... Нет, за 5. Блин, я не взял усиление, как я мог? Блин, я сейчас солью на дозавра. Ни за что. Вот. Блин, надо... Забыл раньше выбрать, чем последний балл потратил. Он мне сейчас на 2 балла атакует. А мне что делать? Да. 5 получилось. Но ничего не потеряно. Все еще в наших руках. Сразу берем щит. И атакуем на все. Иначе никак. Так, ну очень в натяжечку идем. Вот этот минус один нас может и спасет. Стальной панцирь, да, там было? Ну, потому что за 4 я его не пробил. Много жизни. Тю, он решил не атаковать. Вообще-то я себе сейчас минус один использовал, его точно пробил. Но он какую-то глупость сделал только что. Согласны, ребята? Что цератозавр затупил. Ага, тут у нас апатичи. Апатичи. Хотелось бы их пробить, конечно. Какими-то рапторами, ну такими слабенькими. Может Рекса взять. Ну вот эти вот два парня не затащат. Не затащат. Ну давайте будем пробовать. Я на пахигалозавре накоплю баллы, а пробивать буду стараться именно раптором и спинозавром. Он по идее должен в защите сидеть. А он, смотрите, атакует. Ну вот так ты точно ничего не добьешься. Смотрите, как он ведет себя по-хамски. Так, на следующий ход я подменюсь. Ну, сейчас посмотрим. А я уже не могу подмениться. Блин, а ну что ты будешь делать? Ну блин, надо этого пробить тогда, чтобы он нам не мешал. Представляете себе, блин, а вот эти вот тонкости, да, забываются. Сначала нужно подмениться, а потом использовать усиление. Подмениться. Использовать усиление. И атаковать. Да тут по полной надо атаковать. О! Ну нам, по-моему, 6 нужно было, да, чтобы его пробить. Да, 6. Посмотрим.
Не так, конечно, получилось, как я хотел. Но это все из-за том механики игры. Так, ну что там у нас? Траодоны. Ну, траодонов можно пробить травоядными. Затравить траодонов. Так. Вот этими, если я возьму вот этих вот ребят, получится ли мне пробить их? Ну, давайте проверим. Получится или не получится. Троих это будет тяжело. Двоих бы да, точно. А троих, не знаю. О, бонус прям такой. О, черт, я что-то про бонус забыл. У них и так было почти по 1000 удар. А он еще гаденыш, еще если будет все переносить, то он быстро пробьет Апатича. Да он уже, в принципе, его пробивает. Да, и он это сделал. Так, дело пахнет керосином. Ух ты. Ну я его всего лишь за 3 пробил, это, конечно, мне помогло, но... Но мне помогло то, что сейчас еще 3 балла, а не 4. За 2 меня пробил бы легко. Так, я сейчас делаю вот так. Хорошо, что здесь не как в Jurassic World Alive, нет, нет удара сквозь защиту. Да, сквозь 8 баллов. Ха-ха-ха, он сейчас потратит все 5 баллов. Мне так кажется. Да! Все 5 баллов. Ну, теперь победа наша. Даже попробую вот так сделать. Анкилодоком одним пробить. Если он проатаковал, он покойник. Если не проатаковал, он тоже покойник. Не проатаковал. Давайте попробуем не тратить минус один. А, за 4 так легко пробили. Вот так вот. Травоядные могут дать отпор. Даже таким умничкам, как траодоны. Пустоши Америки. И там Анкилос у нас. Ютараптор, да. Довольно старый, но один из самых крупных рапторов. Не считая Ови всяких там рапторов. Птицы. 600 килограмм, по-моему, весил, да, ютараптор. Но точно не меньше 300. А на этом все, ребятки. До скорых встреч.